надписи в чате, в общем. Ладно, в компанию давно не заходил. Уже не помню, на чем там остановился. Какая-то миссия была, там надо вроде как Артаниса выручать. Поэтому загрузим. Сейчас позырим. Да, вот в этот храм прилетели какой-то там. Чего-то там запустили. И где-то там Артанис застрял, короче. И какой-то красный кент пришел, говорит, я вам помогу. И вроде как миссия будет, он там будет командовать. Или за него можно играть, что я не помню. Где-то я на ютубе смотрел прохождение. И вроде как еще какие-то новые виды открываться будут. Возможно, после этой миссии или потом. Новые виды войск, вот этих вот значки там красные такие. Так что будет интересно. Вроде сохранился. И там вроде как все я посмотрел. Сейчас еще раз посмотрю. И надо будет на звездной карте уже смотреть задание само. Да, вот этот хлыщ. Аларак. Он базарить с нами не хочет, типа. Тут баба у нас осталась за команду. Это, за главную, короче. Солнечные мудрее у нас еще. Никто базарить не хочет, чтобы видели. Ну-ка. Выбран Виспен. Копье это, короче, урон. 3 луча по 200, это круто. О, а вот это, кстати, третья штука появилась, я ее не замечал раньше. Перезарядка щита. Ускоряет восстановление щитов всех боевых единиц в строении протосов. Щиты восстанавливаются только вне боя. Требует 5 единиц сварить из уровня. Может вот это уменьшить? И вот это увеличим, честно, щиты. Нормальная тема. Двадцать процентов все-таки неплохо. Так, здесь у нас что? Здесь подкрепление с пилоном сразу. Прям пускай будет. Где-то что-то про Виспен еще было, не? Гармонизация. Вызов Феникса. Перегрузка щита. Массовая телепортация. И еще телепортирующийся защищает щитом. Ладно, надо сейчас попользовать будет это все. Ну вот про щиты, кстати, я просмотрел. Нормальная тема. Военный совет. Что там? Это базарить не хочет. Так, в военном совете у нас. То есть юниты вот эти. Что там? Дозорный. Это у нас кто был? Это Зелорд. У него что крутое? У него восстановление. Из-за этого я его взял. У адепта что? Псионный. Это был кто вообще? Это сталкер. Псионный перекос. Адепт. Это вообще что-то другое прям. Пускает вот эти штуки. И потом типа телепортируется. Блин, надо попробовать. Бессмертный у нас стандартный стоит. Это у нас были темные тамплиеры, мы поставили. Это которые в маскировке ходят. Строение наземное. Так, ну. Чисто посмотреть. А здесь пока еще не открыто. Бессмертного и вот этих роботов не открыто еще. Третьи штуки. Ну все, мостик, смотрим задание.
Мой иерарх, похоже, и не подозревает о грозящей ему опасности. Если ты хочешь, чтобы он вернулся в целости и сохранности, отправляй войска по этим координатам. Ну давай. Высший тамплиер какой-то будет строиться, новый юнит. Надо узнать, как он работает. Вроде атака по наземным, но он объединяется в Архонта. И в Архона, как правило. Гибриды соединяют в себе лучшие качества зергов и протосов. Физические сила и псионные способности делают их очень опасными противниками. Похрен. Настроим большую армию и загасим. Что-то красное. Дорога приведет твои войска к Артанису. Я сделал все, как обещал. Передай своему иерарху, что я буду его ждать. Матриарх, наши высшие тамплиеры вызвались помочь тебе. Утрату Кхалы вынести нелегко, но мы снова готовы сражаться. Тамплиеры, я благодарю вас за отвагу, проявленную в столь тяжелое время. Мы спасем нашего иерарха. А кто у меня вообще есть? Дозорный. Набрось мой клинок. А, это зелоты, короче. Это у нас милики получается. Наш дух несокрушим. Короче, зелоты на единичку, тамплиеров на двоечку. И что они у нас могут? Противодействие. Лишают цели энергии. Интересно. Так, и шторм. Я готов. Мы выстоим. Враг. Братья, вызовите псионный шторм. Пусть эти рабы гибридов ощутят на себе ярость тамплиеров. Так, что там, псионный шторм? Ну-ка, давай-ка. Протосы идут. Набрось мой клинок. Что нужно сделать? Укажи мне врага. Мы вновь сосредоточены. Так, главное же дополнительное задание какое-то есть. Наша сила послужит тебе. Приказывай. По-любому надо найти Саларит. Протокол согласован. Если где-то здесь Хасар валяется, будет печально. Так, твои помыслы чисты. Вроде тупик, значит. Моя служба. Враг должен быть ликвидирован. С честью. Так, запутанная локация такая вообще. Я готов. Я слышал о фантомах тиранов. Хаотичные, необученные. Замкните их поток псиэнергии способностью противодействия. Они этого не выдержат. Слушаю тебя.
Так, ну все, вроде разобрались с этими фантомами. Со Феникса! Хасар! Твои помыслы чисты! Тамплиеры! Ко мне! Быстро! Сюда, мой Рой! Варазун, вы прибыли как раз вовремя. Амун открыл портал в пустоту, и его надо закрыть прежде, чем нас разорвет на части. Согласна. Мой Рой примет на себя основной удар сил Амуна и выиграет время, чтобы вы смогли закрыть портал. Врата черпают силу из этих кристаллов пустоты. Чтобы закрыть портал, нам нужно их разрушить. Так сделаем же это! Так, строимся как всегда. Ну, виспен сразу надо ставить. 75 кристаллов. Артанис, к моему улью приближается тьма. Надеюсь, ты готов отключить кристаллы. Так, я пошлю на помощь столько зергов, сколько смогу. Сражайся изо всех сил, тамплиер. Рой должен выжить. А Рой — это у нас вот это все. А, вот и врата. Надо их защищать, короче. Так, и спинчик еще. Ctrl-C — это что? Масса телепортация. Так, архивы. Там примеры, что у нас по армии. Мудрость не дается легко. Феникс. Иерарх, я обнаружил несколько источников энергии, спрятанных на территории храма. Похоже, это древние сосуды Зелнага. Если ты их найдешь, я использую их энергию, чтобы высвободить дополнительный соларит из солнечного ядра копья Адуна. Где я их найду-то? Нужно построить больше пилонов. Так, подкрепление, самое время. Все до сих пор нельзя строить. Раза, блин. Сейчас настроим. Мост.
Я Нексус хочу еще один поставить. Избранные, убейте этих еретиков во имя Амуна! Ща, не моросите, все будет. Враг увидит, на что вы способны! Так, 4, 5, 1 у нас старгейтов построят немножко. Враг увидит, на что мы способны. Так, тогда нужен пилончик здесь. Рой вступил в бой с врагом. Помощь темплиеров тоже не будет лишней. Защитники кристалла пали. Вперед! Нам надо уничтожить его! Так. Показывают наличие еще трех, иерарх. Так, какую-то там оружейную надо еще поставить. Вот три щитов. Так. Погодите. Врата оружейная. Так, еще там это сооружение, и здесь у нас архивы стоят. Где-то я видел, где они стоят. А вот это вот херня. Врата звездные стоят. Завод робототехники и светильник. Так, и они тут уничтожают рой, значит, эти дебилы. А, или это пустота их уничтожает? Так, получается, надо поспешить. Сосредоточены.
Кто у нас там есть? Дозорный. Кибернетическое ядро у меня нету, что ли? Где у нас? А, вот кибернетическое ядро построим сейчас. Самое время заняться этим лично. Прислужники, все к кристаллу пустоты. Обучение завершено. Артанис, я отступаю к Улью. Мне нужно время, чтобы восстановить армию. Надо двигаться уже, походу. Так, что у нас в кибернетическом? Бессмертные. Они столько стоят, это дорого. Вот этих часовых надо поделать. Вот они как раз газовые. Включай кристаллы пустоты. Мой улей получает повреждения. Мы разрушили два кристалла. Не думаю, что войска Амуна так легко отдадут нам два оставшихся. Гибриды готовятся атаковать наш Нексус. Занять оборону. Атакован. Никто не защищает. Наши воины ждут команды, чтобы уничтожить его. Остался еще один. И портал теряет стабильность. Мы должны разрушить последний кристалл. И побыстрее. Цель гибридов — наш Нексус. Воины, перехватите их! Артанис. Сосредоточься на кристаллах пустоты. Базы противника могут подождать. В
должен походить. Прислужники, атакуйте отряды Амуна. Артанис, самое время тебе начать действовать. Я что-то так и не понял, где искать этот. Что они там говорили-то? А вот здесь, наверное. Каракс, мы нашли один из сосудов Зелнага. Приготовься к транспортировке. Невероятно. Спустя тысячелетия эти устройства все еще полностью заряжены. Моя служба продолжается. Что нужно сделать? Мы захватили второй энергетический сосуд Зелнага. Судя по показаниям датчиков, остался еще один. Мудрость не дается легко. Энтаро Тассадар! Едет еще один. Увидит, на что мы способны. Мы вновь сосредоточены. Мой рой выдвинулся к кристаллу. Присоединяйся, Артанис. Так. Воин здесь. Пробудился. Артанис, мы позаботились о защитниках кристалла. Теперь твой ход. Каракс, это последний сосуд. Ясно. Переношу источник энергии на борт. Несем.
часов. Славная была битва, Керриган. Оставайся с нами. Вместе мы отправим Амуна обратно в пустоту. Мой рой разбит, Артанис. Мне нужно время, чтобы его восстановить. У нас нет времени. Амун порабощает мой народ. Поглощает его эссенцию. Я не могу ждать. Тогда поступай, как я. Собирай союзников. Подчиняй противников. Делай все для победы. На войне не до хороших манер. Мы с тобой очень разные. Тем не менее, я благодарю тебя. До встречи. Так, а что надо было? Портрет какой-то. Все понятно. 15 боевых единиц с помощью способности псионный шторм. Ну это ладно. Веселый улей. Выполните задание. Сложности боец до того, как Керриган потеряет больше 3 ульев. Поехали дальше. Посмотрим сейчас, что этот хлыщ на корабле скажет. Артанис, иерарх Сумеречного Совета, глава тамплиеров. Я ожидал больше. Наглец! Следи за своими словами, и либо жалеешь. Разве так стоит обращаться к тому, кто спас твоего хозяина? Не моя жизнь волнует тебя, Аларак. Что тебе действительно нужно от меня? Наш бог нарушил свой же давний завет и предал нас. Он лжет, Артанис! Я лжец? А разве ты искусственный Бродос? Сам не воплощение лжи. Говори, зачем явился. Флот смерти Талдаримов на орбите Слейна ждет команды к началу вторжения. Я пришел с предложением. Ты поможешь мне захватить власть над моим народом и стать их владыкой. А взамен я положу конец войне между нашими народами. Феникс, нужно собрать совет. Похоже, нам есть что обсудить. Понятно. Артанис, здесь я принесу больше пользы. А Лараку тоже лучше оставаться там, где за ним легко наблюдать. Так, появились изменения, но сначала побазарим. Рахана, ты должна перерезать свои нейронные узы. Я не могу позволить, чтобы Амун снова завладел тобой. Халла помогла нам в самый нелегкий час. Ее свет озарил наш род и сплотил протосов. Мы рождаемся частью Халлы и сливаемся с ней в момент смерти. Ради этого стоит сражаться. И теперь Амун использует ее против нас. Она поддерживает его существование. Мы должны с этим покончить. Артанис, Халла объединяет все наши мысли и эмоции. Я ощущаю яростный поток его мыслей и эмоций. Амун не осознает этого, но внутри Халлы он уязвим. Поясни. Так же, как он может заглянуть в меня, я могу заглянуть в него. Мы можем использовать это в свою пользу, иерарх. Оно того не стоит. Дай мне немного времени. Все сложилось не так, как мы надеялись. Мы прибыли на Ульнар, чтобы пробудить Зелнага и заручиться их помощью, а вместо этого чуть не погибли от рук Амуна. Боюсь, смысл пророчества Зератула ускользает от меня. Он был ближе к правде, чем я думала.
Зелнага действительно дремали здесь. Если бы они были в живых, думаю, они бы оказали нам помощь, как считал Зератул. Хотя бы в этом я ему поверила. Матриарх, меня удивляют твои слова. Возможно, на меня в чем-то повлияли твои аргументы. Что ж, тогда я буду и дальше пытаться переубедить тебя. В чем ты, Иерарх? Но не во всем. Так. Иерарх, похоже, я нашел способ спасти наш народ. Как и предвидел Зератул, наше спасение кроется в этом ключе. Поясни. Он был создан для того, чтобы его нашли те, кому суждено вознестись и стать Зелнага. Приведя их на Ульнар, он использовал бы запасенную энергию, чтобы пробудить спящих Зелнага. Ключ забирает и направляет что угодно. Эссенцию, материю, данные, сознание. Для этого устройства все едино. Теперь я это понимаю. Так он очистил Керриган. Да, он извлек эссенцию, сделавшую ее королевой клинков, и с помощью полученной энергии призвал Амуна из пустоты. Если я узнаю, как управлять ключом, мы используем его, чтобы избавить Кхалу от Амуна. Зератул действительно подарил нам эту надежду. Продолжай работать, Каракс. Амун заплатит за все. Так, Феникс. Ты во всем был прав, Иерарх. Я всего лишь клон твоего друга Феникса. Далдарим говорит правду. Я искусственное подобие. Подделка. О чем тебе поведали архивы? О том, как погиб. О том, как был возрожден в виде дракона. И о том, как затем снова погиб от рук королевы клинков. Я не Феникс. Но во мне живут его воспоминания. Я должен все обдумать. Ты воин, Феникс. Считаешь ты себя моим старым другом или нет? Знай, что я в тебя верю. Верю, что ты поможешь мне разгромить армию Амуна и спасти наш род. Ты должен быть стойким. Я постараюсь, Иерарх. Так, что в ядре у нас? Ни хрена нового. Только саларита добавилась чутка. Пускай так будет. Так, в военном совете я юнитов посмотрел. Иерарх, к нам присоединились сильные бойцы псионики. Тебе нужно сделать выбор. Ага. Так, высший тамплиер или темный архонт? Ну-ка. Хасар де Темплари. Противодействие шторм. Пассивно это что? Так. И Вархонта объединяется, а этот? Подчинение. Ну пускай пока выше там. Хасар де Темплари. Хасар. Вот, кстати, Корсар, я не помню. Прекрасный день, чтобы умереть. Не, Феникс. Небеса зовут.
Феникса так и оставляем. Ну и задания посмотрим, какие. Побазарить надо еще. Знай, что Амун уничтожит тебя. Если ты так в него веришь, почему ты здесь? Я всего лишь озвучил неизбежное. Я знаю истинную мощь твоего врага. Я сказал, что он уничтожит тебя, не меня. Я узнал его достаточно, чтобы понять, что самонадеянность его погубит. Я вижу в тебе тот же недостаток. Ты мне определенно нравишься, Иерарх. Твоя храбрость достойна всяких похвал. Давай объединим наши силы. Вместе мы его одолеем. Я не могу связать свою судьбу с твоей. В тебе нет той ненависти, что пылает во мне. Ты не закипаешь от мысли, что все, во что ты верил, оказалось ложью, что твое единственное утешение — уничтожить предателя. Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев и теперь превращает их в отвратительного гибрида. Моя ярость кипит ярче тысячи солнц. И когда она вырвется наружу, это ощутят все. Надеюсь присутствовать при этом событии. Портал в пустоту запечатан. Но нас ждет куда большая угроза. Амун превращает наш народ в свое новое тело. Пока мы сражались на Ульнаре, он воспользовался всей мощью Золотой Армады. Он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе Капрулу. Сейчас наших сил не хватит, чтобы сразиться с Великим Флотом. Но иные слуги Амуна свирепствуют по всему сектору. Ударим немедленно. Устраним его второстепенные силы. Чистильщики созданы для войны. Если реактивируем их, у нас появится и армия, и возможность развить зерков Амуна. Если они сразу не нападут на нас, им неведомо, что такое честь. Не тратьте время на ссоры! Ваша цель — флот Долдаримов. Лишь я могу оспорить право Малажа направления и подчинить себе его войска. Не забывайте про корпус Мёбиуса. Их штаб находится на секретной базе, где создаются армии гибридов. Верно. Но мы не можем сражаться с ними, не зная, где их найти. Варазун, отправь темных тамплиеров обыскать сектор. А ты, Каракс, сосредоточь внимание на ключе. От того, что мы предпримем, зависит судьба нашего народа. Нам выпало остановить всеобщее уничтожение. Так, ну посмотрим, что здесь, что здесь. Зелнага мертвы. Ульнар не принес нам спасения, но все же мы обрели обещанную надежду. Если мы хотим выстоять в грядущей битве, нам понадобится армия. Мы с Фениксом считаем, что стоит пробудить древних чистильщиков и воззвать к ним о помощи. Их использование издревле находится под запретом, но я увидел в Фениксе потенциал. На этот раз они нас не подведут, я уверен. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой, как бы ты поступил? А ты, Сиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Все понятно. Там колосс против наземных, а здесь против наземных и воздушных. Воздушный юнит хороший, сильный.
На этом остановлюсь, наверное. И потом уже какую-то, наверное, колосс сначала сделаю миссию.